Хотите заработать на сдаче недвижимости в наем? Действующее законодательство на вашей стороне. На территории Республики Беларусь физическое лицо имеет право сдавать как жилые, так и нежилые помещения другим физическим лицам. И в этом случае даже не придется регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Главное требование – делать это легально. Для начала осуществления такой деятельности необходимо заключить договор в письменной форме, зарегистрировать договор в местном исполнительном распорядительном органе и произвести уплату подоходного налога в фиксированных суммах. Для уплаты налога через ЕРИП или банк необходимо знать свой учетный номер и банковские реквизиты для оплаты. Уточнить эти данные можно в налоговой инспекции по месту регистрации. Необходимо отметить, что освобождаются от такого налога собственники жилых помещений, получающие доходы от сдачи в наем жилых помещений молодым специалистам. К молодым специалистам относятся выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения или в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста, и выпускники, направленные на работу, службу в соответствии с контрактом о прохождении военной службы на должностях офицерского состава по окончании военных учебных заведений. А вот сумма платежа напрямую зависит от места расположения жилого помещения и количества сдаваемых комнат в расчете за месяц. На данный момент ставка налога за каждую из сдаваемых комнат жилого помещения по городу Бресту составляет 34 рубля 50 копеек. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.